прогнозам синоптиков, завтра по всему округу ожидаются осадки. Где-то сильные, где-то не очень. Причем дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Точно такая же погода ждет югорчан в выходные. И в субботу и воскресенье снова дожди различной интенсивности, гроза и порывистый северный ветер. При этом температура воздуха за три дня понизится с 20 до 10 градусов тепла.